Всем привет, вы на канале Super Battle Clay, и сегодня я начинаю свой марафон кастомов по Мстителей Война Бесконечности. Погнали! Первый кастом я буду показывать вам без подставки, это обновленный Танос. Вот так он выглядит. Мне писали под видео с Таносом, что он убогий, уродливый, вот я попытался его поизменить чуть-чуть. Носа я не добавил, потому что у Лего фигурок нету носа вообще, как бы. Я его делал не на основе какой-то большой фигурки типа Халка, а из пластилина. Вот так он выглядит, я сделал его выше. Вот Железный Человек для сравнения с ним. Вот такой большой стал. Я ему добавил на сапоги вот эти золотые штуки. Они теперь не просто черные ноги, а переходят в серые штаны. Еще такой пояс. Сделал вот здесь вот эту штуку. Тоже пояс сзади. Голова стала прежней, просто я чуть-чуть блики убрал. То они были огромные, и он был как будто няшный. Руки, как всегда, двигаются. И перчатку я чуть-чуть тоже обновил. Сделал ее покрасивее. И, как вы можете увидеть, все камни до сих пор с нее снимаются. И я могу их вставлять. И сама перчатка с руки. Так выглядит Танос без перчатки. Эта рука смотрится как-то убого, по-моему. И вот так перчатка в отдельности. Внутри она смотрится, ну, так себе. Поэтому давайте уберем. Следующая фигурка — это Доктор Стрэндж. Это тоже кастом, только он уже на подставке, я буду показывать. Вот так он выглядит. У него в руках эти диски. Давайте их уберем. И посмотрим фигурку без них. Что ж, вот так она выглядит спереди. Тут всякие пояса, глаз и гамотту. Дальше крутим. Здесь у нас плащ, мантия или что это у него такое. И вот такое вот лицо. Я над ним очень старался. И вот такая прическа, немного седая. В общем, вот такой вот Доктор Стрэндж. Следующий кастом — это Вижн. Вот так он выглядит. У него такой вот светло-зеленый костюм. Давайте его смотреть поближе. Вот так выглядит Вижн. У него вот здесь камень разума вставлен в лоб. Сейчас я сфокусирую камеру. Так. Камера чего-то не фокусируется. Сейчас. В общем, давайте так смотреть. Вот у него на костюме всякие розовые части есть. Серый, желтый плащ вот такой вот. Черный поясок такой я сделал, чтобы не сливался костюм с не сливался торс с ногами. В общем, фокусироваться не получается. Вот такой вот Вижн. Ну и последний на сегодня кастом — это Грут, подросток. Вот такой вот Грут. Он такой вот коричневый, с текстурой древесины я пытался сделать. Кое-где у него такие вот травинки. Вот такая вот прикольная голова. Я постарался сделать как можно лучше ее. Глазки. Вот здесь вот у него. Так. Здесь у него травка. И, в принципе, это все. Последний кастом Грут. Вот так выглядят все кастомы из этого видео вместе. Как вы видите, Танос просто титан по сравнению с ними. Давайте сравним. Самый большой кастом — Танос. Самый проработанный кастом — Доктор Стрэндж. Самый скучный кастом — Вижн. И самый интересный кастом — Грут. В общем, это все. Ставьте на это видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока.